В один прекрасный момент я пошла фотографировать подружку на папин фотоаппарат, и я сфотографировала, и получился сразу шедевр. Я считаю, что просто огромное счастье для меня, то, что я занимаюсь любимым делом, и мне платят за это деньги. Не всегда, конечно, я очень часто снимаю бесплатно, потому что деньги не являются целью моего творчества. Everything I have, I owe to her. She was all I wanted. Конечно, с профессиональными моделями работать гораздо легче. А простого человека я всегда поставлю сама. Я через видоискатель уже вижу, красиво получается, некрасиво. Красоту нужно увидеть обязательно. И через камеру это сделать сложнее, чем в жизни.